34 утопленника за 7 месяцев. Печальную статистику текущего года озвучили специалисты ГИМС. Эти показатели немного ниже, чем в прошлом году. По словам спасателей, основными причинами гибели на воде становятся несоблюдение мер безопасности и чрезмерное употребление алкоголя. Большинство несчастных случаев зафиксированы в местах, не предназначенных для купания. На сегодняшний день в Саратовской области оборудовано 106 пляжей, из которых только 14 являются муниципальными. Остальные примыкают к турбазам, детским лагерям или являются частной собственностью. В черте Саратова действует всего один пляж – городские пески. А вот в солярии и в Затоне купаться нельзя. По словам специалистов, чтобы сделать здесь полноценный пляж, необходимы большие финансовые вложения. Для того, чтобы пляж провести техническое освидетельствование, исследуется дно. Дно оно должно быть пологим на протяжении, скажем, 15 метров до глубины 2 метров. Зато этого нет, там метра 3-4 и крутой свал, сразу глубоко. Поэтому он не соответствует условиям. И течение должно быть 5 метров в секунду, там больше.